Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Привет, друзья! Продолжаем сборку танка ИС-3. Все, что вспомнил и заметил, я по мелочи еще доклеил. В общем, постарался подвести танк как минимум к грунтовке. Башню закрепил на баллончике для удобства. Катки у меня тоже насажены на кисточки. Гусеницы тоже все собраны. Собрал так, как посчитал, на музейном экспонате 84 трака. Все полупальцы с боков подклеил клеем, и они, гусеницы, остались рабочими, пальцы не выпадают. Ну и, как говорил, в каждом гребне сделал отверстие. Короче, немножко с ними помучился. Ну, вроде как собрал. Померил на модели. Вроде бы 84 трака хватает, даже с небольшим провисом.
Акан 4БО защитный. Для прозрачности смешал с лаком, ну, взял полуматовый, потому что у меня в большой банке, так, в принципе, совершенно неважно с каким, для того, чтобы он стал полупрозрачным. Ну и родной Так, продолжим делать модуляцию, и сейчас нам надо задуть немножко более светлым тоном. Для этого добавим в базовый цвет немножко белого,
Так, и чуть-чуть желтого. Для того, чтобы оттенок у нас не терялся. И задуем этой смесью некоторые места.
Так, теперь давайте покроем все полуматовым лаком, который не растворяется white спиритом. Лак отлично высох. Для 4BO, на мой взгляд, очень хорошо подходит фильтр, который сделан вот из индийской красной. Ну и с пропорции, кстати, обратите внимание, зависит еще от краски самой, потому что количество пигмента в краске разных производителей, оно разное, поэтому вот это вот соотношение там 1 к 10, это достаточно условно. Для фильтра нужна очень прозрачная, очень жидкая смесь. Это не смывка, поэтому если где-то накапливается, если вы положили слишком много, то чистым разбавителем вытирайте. Фильтр просто меняет оттенок цвета, даже не меняет, а усложняет. Марс коричневый темный, кадмий лимонный, голубая ФЦ, белила титановая, гиридоновая зеленая, также в других странах называется Russian Green, русская зеленая.
Еще раз хочу сказать, что масляные точки это не для нанесения каких-то полос осадков там и всего такого, а это, ну, грубо говоря, разновидности фильтра. То есть мы просто усложняем цвет, поэтому никаких ярко выраженных полос после того, как мы завершим, быть не должно.
На этом сегодняшнее занятие, я думаю, мы закончим. Следующая серия, я думаю, будет у нас финальной. Закончим все остальные техники и посмотрим на получившийся результат. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.